Здрасте, я на Южной Демержи. С утреца сегодня встал. Вчера приехал, остановился в Алуште. Приехал где-то часов 12 заселился. Часов 7 встал. Туда-сюда пока покушать. Ну, не ел, в общем-то, даже ничего. Думаю, надо похудеть немножко. Вот. И автобус в 9:10 уехал из Алушты в сторону села Лучистого. Это вот там. Это оно. Приехал туда где-то. Ну, минут 20-25 ехал. Автобус. Потом. Получается, что около 10 часов я начал восхождение на гору Демержи. Полчаса, а то и больше у меня ушло на то, что я заплутал там маленько. Короче, не туда ушел. Ладно, люди попались, показали, куда идти. Вот, но столько лишних движений было сделано, капец устал. Вот, на самом деле, думал, что легче будет. Подниматься в гору — это прям труд немалый. Но очень понравилось. Зашел, все хорошо. Виды офигенские, просто огонь. Воздух свежий такой. Да вообще все классно. Всем советую сюда приехать. Я просто улыбаюсь, не могу. Радость какая-то. Это вам не дома сидеть и не в сауне с проститутками лодку пить. Чё? Я знаю, мне друзья рассказывали. Вот такая фигня. Ну, еще, короче, спускаться же. Это прям очень путь не близкий. Ну, смотрите, сейчас где-то час. Не где-то, сейчас час времени. Получается, я часа три где-то поднимался сюда. Ни хрена себе. Это всего лишь километр. Но в гору это, оказывается, не так-то уж и быстро. Ну, я реально думал, что будет легче. Нелегко. Но классно. Чувствуешь себя человеком живым. Да и тем более, что реально сидеть дома, что ли? Или на пляжу валяться. Погода, кстати, хоть и солнышко, такая дымка легкая. Но не жарко. Тепло, но не жарко. Здесь в горах. Я не знаю, может быть, внизу-то и теплее, конечно. Но здесь вот прям ветерок такой свежий. Но это очень хорошо, потому что в жару сюда нереально подняться. Здесь нигде тенька никого нет. Маленечко там где-то по лесу шел. А на самом деле тут все, считай, по солнышку идешь. Надо тут подольше поторчать. На закат посмотреть. Тут, наверное, офигенный закат. Сейчас солнышко как раз в зените самом. Но это долго сидеть. И хрен знает, там после заката автобусы ходят, не ходят. Я вообще не знаю. Все наобум делаю просто. Ничего не знаю. Нашел автобус, приехал сюда. Не нашел бы, поехал бы на такси, что делать. Так же точно и обратно. А прикол будет, если ни автобус уже не будут ходить, ни такси. Не найду. Но я думаю, в этом Лучистом можно что-нибудь снять, хату. Какую-нибудь. Фиг знает. Ладно, что, еще что-нибудь покажу, как вниз буду слазить. Вот так. Всем привет. Вот я и в Крыму, ребята, в первый день. Сейчас поднимаюсь на гору Демерджи. Остановился на 3 дня в Алуште. Пока все нравится. Надо забраться вон туда сегодня. Или туда. Лошадка вон пасется. Продвигаемся вперед. Еще одна лошадка. Здесь какой-то конный клуб, что ли. О, какая. Вот, после долгих скитаний я попал на какую-то полянку, типа. Идти еще до хрена. А я уже устал. Дорогу не знаем, поэтому иду вообще наугад. Но кругом красотища, конечно, сказочная. Везде говно говяжье валяется, лошадиное, конечно.
Блин, наверное, вообще туда можно было доехать. У меня камера не переворачивается, поэтому там машины, короче, стоят. Ну, в гору идти тяжеловато, если честно. Легенький перевальчик. А кругом капец, красота какая. Но осталось совсем чуть-чуть. Можно на одной ноге допрыгать. Так, а тут хубана. Такая вот стояночка. Видимо, тут люди уже есть. А ну-ка. Это очень хорошо, что с собой водички взял. Кто-то, если сюда собирается, обязательно берите воду. О, там, блядь, целая стоянка. Берите водичку, обувь хорошую. И что еще? Ну, чтобы вы знали, это все колючие кустарники. Что-то, не знаю, шиповник или что. И вот если куда-то мимо тропы пойти в футболке, как я, блин, то это просто горе. Имейте в виду. Что-то не перестаю восхищаться. О, какая балда стоит. Да. Не знаю, слышно на камеру нет, зацените, как птички поют. Вообще огонь. Жил бы здесь. Ха. Ладно, мне как-то на ту сторону перебраться. И вон туда залезть. Заблудился немножко, но вроде как будто и нашел дорогу. Фу, с горем пополам, нашел тропинку, ушел вообще не туда куда-то. Спасибо, люди добрые, попались, подсказали, куда идти. Фу. Так, если вам кажется, что здесь пологая тропиночка, то это очень большое заблуждение. Тут капец, 40-10 градусов подъем. Ну, красиво. А? Не знаю, половину, наверное, прошел уже. Сил чудо вообще нет. Думал, полегче буду. Но я просто лишнего там до хрена находил. Туда-обратно, с горы под гору. Вот. И, блин, сейчас иду. Просто 3 шага сделал, все, устал. Охренеть. Но смотри, какая природа. Охренеть просто. Орел летает. Горы, зелень. Вообще огонь. И так высоко уже нахожусь. Офигеть. Тропинка очень крутая. Буквально неделю назад смотрел видос вот про это место. И вообще не верится даже, что сейчас сам здесь. Прям волшебство какое-то. Очень нравится место. Всем советую. Такие виды, это просто огонь какой. Да. Вон оттуда пришли. Все, почти что на Маковке. Так. Вышел на плато какое-то тут. Это вот сейчас высоко находимся очень. О, ни
Насик, это ужин там. Озерцо. Там пойди купаться можно. Так, вот там море, но его из-за дымки не так сильно видно. В общем, непонятно, что это море. Вот это камешек, после которого где-то здесь чувака молнией шарахнуло насмерть. Там даже на табличке где-то есть. А так, очень достойно, все хорошо. Мне нравится. Тут есть, короче, две тропы. Я шел по трудной, но красивой. А еще есть полегче где-то там, пониже вроде она. Короче, а вон, наверное, вот это. А может и нет. Я шел там, чисто по горам. Там просто вверх. Соляшки отнимается. Но все равно круто очень. У меня природа просто бомба. Нравится. Вот так. Ну, еще немножко осталось. Как тут камера переворачивается на ходу? Никак, наверное, да? Ну ладно, пофигу. Знаете, кого встретил? Козлятушек. Чего они тут? Я уже почти забрался. Так. Вот, ну вот, на самой маковке почти все. Как бы что почти-то вот флажок. На него уже не залезть-то. О, круто, круто. Вообще огонь. Это такая, блядь, зарядка. Похлеще всяких тренировок в спортзале. Фу, туда. Охренеть, ребята. Страшно, сколько еще высоты будет. Это очень высоко. Все. Самая маковка. Еще разок покажу вам видос. На камнях валяюсь хорошо. Вон оттуда пришел. Чуть поближе подойти. Это как раз, наверное, те самые каменные пельмени, которые снизу так прикольно смотрятся, как столбики. Да, природа, конечно, удивительная штука. Утворят. Чё попало? Вот это да. Вот это вид, конечно. Здрасте. Охренеть, просто. Чё я сюда сразу не залез? О, ребята. Просто развалиться сейчас вот здесь на камешке, поваляться, позагорать. Залезть на демержи, чтобы позагорать. Вот там вот гора Медведь. За ней Гирзыв. Дальше Ельта. Ну, туда, наверное, завтра уже. На Айпетрино. Блин, я вообще не знаю, как туда забраться. Сюда тяжело оказалось. На Айпетри тоже может быть непросто. Ладно, посмотрим, как здоровье. Еще маленькой красоты. Вот оно что. Прикольно. Блин, кайфанул, конечно. От похода. Вон там я сейчас был. Пришел на другую горку. Надо бы еще повыше забраться, да. Уже что-то лень. Вот такие тут скамеечки сделал. Сижу, отдыхаю. Босичком. Вообще.
решил другим путем спуститься с горы. Подсказали мне попроще путь. Что-то нет у меня надежды на свои баретки. Как бы не развалились, когда вниз спускаюсь. Там же такая нагрузка на них идет, ребята. Это аж страшно даже. Представляете, рассыпалась туфля. И как по камням спускаться. Круто там очень. Вот. Решил обойти. Говорят, что попроще дорога. Вот. Блин, виды, конечно. Офигенные. Тут эти сосенки. Сосенки. Пахнет хвоей прикольно вообще. Да и полезно, насколько я понимаю. Вот. Вид первого лица. О, береза, нихера себе. Ну, бывает что. Ну нифига, люди-то есть. Сегодня я на горе встретил до хрена. По пути вон стоят, по-моему. Что-то стоит. Да, люди. Вот это самая, говорят, высокая точка Крыма. Забыл, как называется. Может быть, туда схожу, но не факт. Да, вон там люди наверху тоже. Так, куда иду, вообще не понимаю. Иду очень сильно с горы. Крутой очень спуск. Так не видно на видосе. Поверьте, на слово, у меня сейчас пальцы вырвутся на волю. Такое тут напряжение в башмаках. Короче, сказали куда-то сюда идти. Иду просто по незнакомому лесу один. Что-то в рюкзаке брякнул, раз что-то шуганулся. Ну что? Блин, лес-то такой не маленький, оказывается. С горы вроде слез. Сейчас просто... Ой, хорошо, прохладненько. И солнышко светит, и в лесу хорошо. И ветерок такой бодрый. Блин, класс вообще, сходило хорошо. Полдня. А что, а сколько? Ну, так... Весь поход у меня занял 4,5 часа. Ну, не закончился еще, но... Ну, 5 пускай. 5 часов всего лишь. Активной ходьбы. Я в жизни, ребята, так не ходил много никогда. Тем более, умножьте это все на то, что это все в горы, из горы и в гору. Трудно и в гору идти, и из горы тоже. Ляхи постоянно в напряжении. Жопа, ноги, все напрягается. Ну, классно. Все равно. Блин, так здорово. У нас снег лежит здесь. Это зеленое все. Солнышко. Сегодня гадом буду на в море искупаться. Это прям точно-точно. Сейчас приду. Причем жрать неохота. Вообще нисколько. Не голодный. Вот пить хочу. Воду экономлю. Блин, в следующий раз надо просто, если в горы идти, литра 3 брать с собой. Пускай лучше потяжелее было, чем мучиться. Я много пью вообще. Люблю водичку. Поэтому что-то 1,5 литра взял, мне мало показалось. Хоть и осталось, все хватило, но чисто экономлю. Если бы не... Что, конечно же, куда без геморроя, заблудился на обратном пути. Не то, что заблудился, а спускался, думал, капец, когда гора кончится. Короче, смотрите, вот там вот зашел, вот где-то там я заходить начал, туда ушел, обошел вот эту гору всю нахрен. Вот так вот. И вот сейчас здесь вышел. Вот когда спускался здесь, я думал, конца и края спуска не будет. Аж страшно стало. Но, блин, ни хрена себе, котомки там валяются. Да. Как они до сего не долетели. На репу такая бахнется и все. До свидания. Ну так, днем сегодня, конечно, очень доволен. Считай, активности такой у меня. Прямо на полдня. Давненько не было. Вот. Спускаться оказывается так же трудно, как подниматься. Это прям гарантия. Здесь и даже не труднее в некоторых местах. Сегодня надо еще. О, еще как-то уехать надо отсюда. Иду, пока фиг знает, куда иду. А вот. Обязательно на море сходить сегодня. В идеале искупаться.